Так, друзья мои, забыл я в предыдущем ролике, ну, может, оно и к лучшему, рассказать о своей покупке. Вот. Хотелось, мне руки чешутся, но все-таки обмануть судьбу и прикупить на Алиэкспрессе годно. Ну, как они там все красиво пишут. В общем, Nordost Odin, кто гуляет по Али, знает, что там есть такие кабели, предложение Nordost Odin. Вот, где-то 8 проводников, где-то 12, в общем, где-то там по 600 гривен продают, есть за 1000, как я купил, есть за 1400, там, ну и так далее. В общем, надо внимательно там читать, где сколько проводников, какая технология. В общем, выбрал я этот Nordost Odin себе и другу. И в общем, в чем прикол? Вот, насчет скупой платит дважды. Вот, оно так и будет, так и получится. Ну, в моем случае, все равно у меня этот спортивный интерес, мне для канала контент и прочее. В общем, руки чешутся, я знал, на что я иду. И тем более, это был, ну и всем будет полезен этот опыт. Я уже в предыдущем видео говорил, что вот этот кабель, который приехал с Али, ну вот, приехал. Вот, он не обыграл даже медный кабель от Жени. Пускай там по цене, да, у Евгения там медный кабель стартует от 2000 гривен, а это 1000 гривен. Но зато там фирменная фурнитура, оригинальный именно проводник ультрачистая медиаха и Аяда припой, который он там покупает по 450 гривен за метр. Поэтому не из воздуха там берется цена, и 2000 гривен там, ну просто, не то что оправдано, очень-очень оправданная покупка. Медный кабель от Жени, просто офигенно, кто не хочет переплачивать, там звук, ну, лучшего как бы я в кабелях в других не слышал до этого. Вот, поэтому приехали вот такие вот за 1000 гривен два кабеля, и они два разных. Вот такая вот фигня. Один и тот же магазин, 1,75 сантиметров, другой вместо 50,63. Такое ощущение, ну просто от фонаря что-то лепится, там, с одной бухты один, другой. На одном фольга, на другом вообще как будто полиэтилен какой-то. И вот даже, ну, не пойму, как реагировать на это. Я им написал, они такие: ну, извините, друг, ну, разные провода использовали, типа, ну, сейчас мы будем теперь только там такой использовать, ну, типа, вот такой в фольге. А то, что тебе прислали вот такой там, ну, все, закончилась бухта, теперь, ну, короче, как-то это все так непонятно, ненормально. Кабель-то, ну, сделаны, главное, что играют. Играют, но играют не так, как хотелось бы. Неплохо, но, опять-таки, ну, можно и за 600 гривен купить, и будет тот же самый звук. Тут именно ищешь какого-то изюма, который не находится. Вот за 1000 гривен не нашелся. Но я почему их купил? Потому что здесь фурнитура. Мне не надо вот эти деревянные балябухи, которые они там для, типа, для статусности там цепляются, ну, и выжигателем сделан там Nordost Odin, то мишура она нафиг не нужна. Тут главная фурнитура разборная, более-менее качественная, и поэтому я подал этот диспут, открыл на $12, вроде как должны 12 баксов мне вернуть. Да, я покупал это за 20 с чем-то, вот, 12 они должны вернуть, и лучше уж я такой анонс сделал. Я отправлю эти два кабеля Жене, ссылку на его канал оставлю, будь то, ну, я надеюсь, он не откажет, разберет эти оба кабеля, разберется, как они вообще делают в Китае, вот, может, он снимет это видео наглядно, покажет, как сделано, если что-то так, что-то не так, ну, какие-то особенности нам расскажет и покажет, и пускай переделает по-своему. Лучше я ему, те деньги, которые там мне вернутся, я лучше ему это все переведу. Надо будет 12, надо будет 20, надо будет $30. Я ему заплачу и сделаю, если, конечно, из этого кабеля можно что-то будет получить. Но я наверняка уверен, даже он просто там может открыть, будет 4 проводника вместо 8 припаяно. Припой непонятно, какое все это влияет. И поэтому я так хочу отправить ему, пускай разберет, посмотрит. И если можно, что-то там, ну, подколдует, чтобы выйти хотя бы на уровень звучания его кабеля чисто медного за 2000 гривен. В общем, я думаю, будет интересный контент многим, как в Китае делают, и что из этого можно еще дополнительно вытащить, если это, конечно, возможно. Вот. Ну, а по итогам потом этого всего дела я потом, ну, наверное, отдельный видосик запилю. Поэтому, Евгений, вся страна смотрит на тебя, мы надеемся и верим, что ты нам какую-то информацию новую, интересную дашь. Вот. Так что переходите в описание, смотрите, что там, какие предложения, какие ссылки. Ну, остаемся на связи, ставьте лайк и наблюдайте за развитием событий. Всем пока.